Чемпион UFC в полулегкой весовой категории Жозе Альдо признался, что мечтает завоевать пояс чемпиона в боксе. Но путь до чемпионского статуса он видит очень долгим. «Во-первых, дело не в деньгах», — сказал Альдо. «Слава богу, что UFC дали мне многое. Да, я думаю сейчас о карьере в боксе. Но я хочу начать с самого низа, начать с нуля. Я хочу войти в рейтинги и однажды сразиться за пояс чемпиона. Я не хочу драться просто ради денег или просто ради сражения. Я уважаю каждого боксера и хочу начать с нуля. Моя самая заветная мечта – это стать чемпионом в ММА и в боксе». В минувшие выходные действующий чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг перенес успешную операцию на колени, которая как минимум до мая откладывает его возвращение в октагон. Непобежденный российский боец и бывший чемпион Беллатор в тяжелом весе Виталий Минаков 23 февраля проведет бой с американцем Ти-Джей Линдерманом. Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Джонсон поделился ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона Даниэля Кормье. «Сейчас или никогда. Именно с этой мыслью я готовлюсь к поединку против Кормье», — сказал Энтони. «Я хочу реваншировать свое поражение. И я уверен, у меня это получится». Напомним, что чемпионский бой Кормье-Рамбл состоится 8 апреля в рамках турнира UFC 210.